Давай запивай. Не может быть! Пусть меня зона сожрет, если вру. Подсвечивается серым. Он мне силой мысли, короче, смотри, говорит помогает. Просто. Что еще? Рот не открывает. А да, есть дневник. Твою мать! Чё за херня? Парни, тут какая-то аномалия, короче, что-то доски бесит. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы с вами переходим к долгому, сложному, неспешному прохождению, возможно, подробному, возможно, нет, как получится, вот, прохождению Сталкер Тень Чернобыля. Вы давно, короче, просили меня ее пройти, вот, и этот день настал, короче, поэтому я жду от вас поддержки в виде лайкосика, подписки и колокольчик не забудьте, чтобы не пропустить новые серии по Сталкеру, ну и еще там других игр. Вот, проходить будем на уровне сложности мастер. Вот, поэтому я жду от вас в комментах подсказок, советов, куда, что, где и как, с кем прокачаться лучше, куда пойти. Вот, так что, дамы и господа, начинаем. Загрузка формы, загрузка пространства, клиент, синхронизация. Так, окей. Смотрим вступительный ролик. Проходил я ее очень давно, короче, очень-очень-очень давно, еще в школьные годы, поэтому я ни хрена не помню просто. Вот. Да и проходил я, по-моему, на среднем. На мастер я вроде вообще не играл ни разу. Ля, у него рожа. Ля, рожа у тебя, Шарапов. У меня еще светит солнце в глаз, как всегда. Значит, там у нас Кавказ. Вот, запомним это. Короче, приехали. Блин, после такого столкновения, после такой вот аварии, блин, как еще наш главный герой выжил? Сначала я помню, там сейчас будет какой-то еще торговец, там Сидорович, по-моему, да, его зовут. Вот, он там будет бла-бла-бла и говорить. Всякие штуки нам там глаголить. О, а этот живой. Счастливчик. Хотя, кто знает, что для тебя лучше. Пойдем посмотрим, что Сидорович за тебя отвалит. Силач, да, силач такой. Просто закинул себе на плечи и побежал, главное, еще побежал. Прикинь, сколько он времени проходил. Курочку жрем, значит, да? Что притащил? Тело. С грузовика смерти. У него метка. Правила знаешь? Выбрось его. Так ведь он живой. Ты врешь. Не может быть. Пусть святые угодники. Меня зона сожрет, если вру. Давай его сюда. Так. За эту фигню я дам тебе... Убить стрелка, если что там написано. Это я знаю, да, это я знаю. (Свят)
Так, найти стрелка. Найти стрелка, убить стрелка. Короче, меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что. Да. Ну что стоишь? Какие-то у нас там с ним делишки с этим стрелком. Короче, что там, с ним поговорить надо, да? Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо я тебе сейчас мозги буду полоскать, как я обычно новичкам это делаю. Либо я буду с тобой, как с опытным сталкером. Получай задание и вперед. Так, короче, я, ну, уже говорил то, что я ни хрена не помню, поэтому давайте как с новичком, потому что я опускаю, у нас тут проведается. Это твой личный ПДА. Полезная хреновина, которая будет помогать тебе не сдохнуть в зоне. А если и сдохнешь, то хоть другие знать будут, как и где. Шучу. Давай напомню шутник, кратко, блин, как пользоваться. Шутник. Твои задания расположены в первом разделе ПДА. Для большинства заданий есть кнопки переключения на дополнительную информацию. Запомни, каждое новое задание автоматически переключает целеуказание на миникарте на себя. Дальше. Второй раздел ПДА – это карта. Кнопки над картой позволят тебе увеличивать и уменьшать масштаб. Понятно. Плюс отцентрировать карту по твоему месторасположению. В общем, разберешься, там несложно. Это понятно. Что еще? Давай еще. В ПДА есть раздел «Контакты». В контактах список сталкеров, которые находятся в радиусе 50 метров. Саня Казак. Плюс их короткое описание. Гришко Ворот. Группировка и их вероятное отношение к тебе. Запомни, пока ты нейтрал, и только от тебя зависит, как к тебе будут относиться потом. Если поможешь кому, то обрати внимание, как изменится его отношение к тебе. Будь осторожен, если рядом враги. На миникарте они отмечаются красным, друзья отмечены зеленым, нейтралы – желтым. Ну и ПДА мертвых сталкеров подсвечивается серым. Он мне силой мысли, короче, смотри, говорит помогает. Просто. Что еще? Рот не открывает. Ах да, есть дневник. Ну, тут и говорить нечего. Там записывается вся информация, которая тебе нужна. Плюс новости. Даже то, что я тебе сейчас втолковываю, ты там найдешь. Потом, в разделе ПДА под названием «Рейтинг». Увидишь лучшую двадцатку сталкеров, которых я знаю. Бля, я ты, периодически так много всего эту информацию для поддержания соревновательного духа. Я, короче, на 578-м месте. Видишь, и ты когда-нибудь вырвешься в лидеры. Кто знает? Ну, кто знает, твои да. собственные успехи да, заносятся да, да. в раздел «Статистика». Ну, там все просто. Дальше. Энциклопедия. В нее заносится информация о зоне и советы по выживанию, которые ты найдешь или получишь от сталкеров. Вот это интересная штука, да. В принципе, все. А, еще. В твоей модели ПДА встроен сканирующий приемник широкого диапазона. Отличная штука. Смотри, довольный. Даже переговоры вояк местных ловит. Правда, радиус действия не очень, 500 метров. Вот моя рация тянет на 30 километров, так что я тебя всегда найду. Будешь получать от меня задания и новости свежие. А на первых порах помогу советом. Ну, что? Все ясно? Да, я все понял, короче. Все понял, что ни хрена не понял. Так, короче, у нас вот он КПК, наш ПДА или как его там. Так, задача найти стрелка, убить стрелка. Угу. Дальше, план. Окей, план. Колесико можно прибавлять, уменьшать. Так, личные заметки. Личные заметки, кто я? Черт, смутно помню какую-то машину, долго везли и болело все тело, потом темнота, а что до этого? А, вот что было до этого, ума не приложу, бред какой-то. Теперь этот толстый мужик называет меня меченым, видимо из-за странной татуировки на руке. Плюс это непонятное единственное задание убить некого стрелка на моем КПК. Еще вопрос, мое ли это КПК? Фото стрелка, как ни напрягаю мозги, не могу вспомнить, знаю я его или нет. Черт. Все это напоминает дурной сон, вот только проснуться не получается. Что делать, куда идти?
хуже того, кто я. Так успокоиться, держать себя в руках. Первое, видимо, пока придется таки побегать кабанчиком по заданию этого Сидоровича. Все-таки говорит, жизнь спас. Да и может все не так плохо. Прогуляюсь, приду в себя, глядишь, мозги и прояснятся. Окей, понятно. Так, история это все, что говорил нам Сидорович только что. Я только что прочитал, что зеленым-то отмечено. Так, это у нас, ага, контакты, понятно, я пока нейтрален. Здесь ранги, понятно, данные у меня ноль, все. Об энциклопедии. Этот раздел энциклопедия, в процессе игры информация об окружающем мире будет заноситься сюда и сортироваться по темам. Окей. Это типа как его называют, глоссарий, да, или как его там. Вот. Так, ладно, окей. С этим понятно, ясно. И это у нас инвентарь, у нас все пусто. Что тут? Понятно, будем разбираться. 40 рублей в кармане. Хорошо. Так, что у нас здесь? Тут заперто. Здесь тайничок, окей. Будем его держать, короче, складывать сюда. Потому что я думаю, у Сидоровича мы надолго пока что. Вот, так, окей. Выйти, не выйти, да? Дверь заперта. Окей. Есть дело, Меченый. Надо найти сталкера по кличке Шустрый. Он нес мне важную информацию. Пропал он где-то в районе моста. И его надо найти и забрать информацию. У живого или мертвого, мне все равно. Сходи к Волку из местного лагеря. Расспроси его. Наверняка он знает, где тот может быть. Ага. Шустрый был из людей Волка. Этот тут в лагере. Спроси его, наверняка что-то знает. С оружием и припасом тебе поможет. Окей, продолжай. Да все пока. Принесешь мне флешку и будем считать, что частично за свое спасение ты расплатился. Так, забрать информацию у разведчика. Окей, хорошо, я попробую. Так, ну-ка. Что у тебя есть интересного вообще? Так, нужно ему тут барыжить, да? У него бесконечный запас денег. Так, аптечки у него тут 300 ре. У меня пока ни на что не хватает. Водка. Винты, так, колбаса. Хорошо. Нафига ты эту дрянь тягаешь? Что, блядь? Так, ладно, до встречи, окей. А что у нас тут появилось? Личные заметки, ага, первое впечатление. Так. Воздухом подышал, зверушек местных увидел. Кстати, их я хоть и смутно, но вроде помню. Местный аттракцион под названием «Аномалия» опробовал. Судя по тому, что выжил с ними, тоже сталкивался. Но вот голова моя вспоминает что-то либо... Упрямо отказывается. Сидорович хитрый жук. Понял, что меня теперь использовать практически даром можно. И этим хочет воспользоваться. Хотя, может, все-таки поможет с поиском этого чертова стрелка. Потому как он единственная нить, связывающая меня с прошлым. Окей. А пока я еще никуда не выходил, но это видимо, наперед какая-то инфа. Я пока никуда не выходил, никуда еще никем не знакомился. Так, поговори с волком. Окей. Отмечено. На кордоне. Так, ладно. Погнали, F5. Пошли. Так, есть бинокль, окей. Есть бинокль, так, это садится. Прыжки помогут вам забраться на высокие препятствия. Для того, чтобы, окей, space. Хорошо, space, прыгаем. Это садимся. Так, что еще у нас тут? Это мы бегаем, окей. Это у нас 1, 2. Оружие не меняется. Так, это бинокль убрать. Окей. Это для проверки аномалий, я помню. Да, болты. Все. Ну, давай пока все уберем. Все равно. Так, что там на КПК опять пришло? Справка обучения. Прыжки. Прыжки, по-моему, забраться. Ага, приседания. Окей. Ускорение. Окей. Так, ладно. Что ты там? Справка. Все, отлично. Я все... бинокль. Окей. Так, хорошо. Хорошо, погнали. Че, может, Опа, кладбище. Опа. Здесь, наверное, хоронят сталкеров местных. Окей, так, когда игроку кто-то помогает, то улучшается отношение сталкера к нему, репутация. Это понятно, это мы уже поняли. Справка, окей, обучение, хорошо. Отношения, все. Так, F5. Давай посмотрим, костерчик здесь. Здесь что-то. Погоди, у меня ножа не... Даже ножа нет, да? Окей. Так, хорошо. По-моему, в ящиках что-то интересное должно быть, да? Так, фонарик. Есть, да?
В ящиках всяких что-то должно парить, поэтому надо разбивать будет. Так, хорошо. Здорово. А тут тебя старший наш хотел видеть, но это не значит, что тебе здесь рады. Проходи, не задерживайся. Ага, до встречи, что? Ничего, выжить пытаюсь, все дела. Окей, до встречи. Давай, пока. А, анекдоты там травят. Здесь, кстати, прикольно послушать анекдоты. Так, окей. Ага. Твою мать! Чё за херня? Парни, тут какая-то аномалия, короче, что-то доски бесится. Так, давай здесь посмотрим в этом домике. Ага. Пока ничего, плита тут перевернутая, окей, это понятно, хорошо. Тут наверху что-то есть, нет? Опа, тайничок. Пустой тайничок, короче. Окей. Хорошо, здесь тоже можно будет всякое интересное складывать, если что. Угу, пошли. Здорово. А, тут тебя старший хотел видеть. Ага, понятно. Так. Чё будешь интересно? Да грустно все как-то. Тут на днях выдра ни за что пропал. Прямо не верится. Ты ведь о выдре и не слышал, наверное, ни разу. Ну, это ж прям профессор был. С первого года тут всю зону как свои 5 пальцев. А вот поди ж ты. Уж на что опытные сталкерюги есть, только все рано их зона забирает. Есть и такие, что и своей охотой на большую землю подаются. Окей, так, ладно, до встречи. Я не знаю, в принципе, блин, смысла нету, наверное, с ними общаться там что-то. Так, здесь тоже пусто. Окей, так, чуваки, что здесь? Байки травим, да? Адреналинчик попиваем. Окей, хорошо. Так, что это у нас здесь? Это у нас сидушка. Костер. Так, ладно, идем к волку. Он нам должен дать оружие. Так, в том доме были, да? А, погреб мы еще не заходили. Нет, окей. Тут о! На гитаре. Опа. Опа! Ваночку я заберу. Хорошо. Давай, запивай. Ладно, окей. Давай-ка сюда. А, привет, зачем пришел? Привет, мне нужен Шустрый, не подскажешь, где его найти? С Шустрым скверное дело приключилось. Тут неподалеку на его группу бандиты напали и Шустрого увели с собой. Он только и успел что сос скинуть. Его напарники, похоже, накрылись. Ребята сообщили, что бандюки сейчас в старом АТП, что за дорогой. Вы своих из плена не вызволяете? Не по-дружески как-то. Или слабо? Эх, врезать бы тебе, да толку. Не так все просто. Людей у меня мало, да и те сплошняком новички. Не могу я рисковать. Если мы этот лагерь потеряем, всем нормальным сталкерам худо придется. А ты сам что? Если не струсишь, то от помощи не откажусь. Не гордый. Так как поможешь с бандюкой разобраться? Так, предлагаешь в одиночку? Да нет, так ты фиг справишься. Разведчики мои бойцы, что надо. Сейчас они как раз тех уродов пасут. Вместе вы, в принципе, имеете неплохие шансы. Ну так что? Или все же слабо? Давай, я попробую. Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Хорошо, Волк, присылай. Только пусть не мельтешит здесь. Конец связи. Я сейчас помельчичусь здесь. Так, окей, а поговорить с Волком, ага, встретиться с людьми Волка. Так, хорошо. Он мне что-то дал? Он мне дал пистолет. Угу. Оружие убрал. Теперь у меня есть... Да, слышь ты. Я просто проверил. Ладно? Ничего личного. Так, окей. Он мне дал задание. Журнал личной заметки. Ага, первое впечатление. Хорошо, контакты, ранги. Окей, окей, отношения. Все хорошо. Окей, F5. Давай еще здесь полутаем, посмотрим. Ага.
Так, теперь есть ножик, можем разбивать. Понятно, бочки не бьются. Так, здесь что у нас? Здесь спальные корыта. Угу. Тут тоже ничего нет, да? Ладно, хорош. Вот в этом погребе что? В этом погребе... Опа! Баночка, адреналинчик, батончики заберу. Вдруг кушать захочется. Так, хорошо. Опа! Тушенка. Ништяк. Тушеночка, хорошо. Тушеночку можно с батончиком-то и адреналинчиком-то запить. Окей. Вот ведь как грустно. Так, давай-ка сюда еще сходим. Сесть надо. Так, фонариком здесь что-то темновато. Опа, рюкзачок. Опа, пусто. Опа. Хорошо, еще адреналин. Опа, водочка. Адреналинчик, водочка. Жесткое, кстати, месиво. Адреналинчик с водочкой. Так, ладно, да, спускайся ты. Хорошо. Так, в этом доме были. Давай-ка вот сюда зайдем, сейчас посмотрим. Что у нас здесь еще есть? Так, ага-ага-ага. Пусто-пусто. Ага-ага. Там тоже пусто. Так, здесь что у нас? Ага-ага, пусто-пусто. Ага-ага-ага, пусто. Пусто. Короче, везде пусто. Но я так предполагаю, надо идти, короче, вызволять Шустрого. Вызволять Шустрого надо идти. Так. Угу. Ни хрена себе такое радио, да? Огромнейшее радио просто. Телевизор. Телевизор, главное, это все стоит, но я так предполагаю, что это ничего не работает, потому что они, видишь, у костров сидят, на гитаре там рубят. Так, ладно. Опа! Первая аномалия. Ой, не аномалия, артефакт. Хорошо. Так, что там у нас? Как это называется? Так, описание. Найти этот артефакт можно возле аномалии Карусель. Представляет собой довольно уродливое красноватое образование из прессованных и причудливых изогнутых поламеризированных остатков растений, почвы и костей. Довольно распространен и слабоэффектен. Блин, я вот помню, я когда проходил, короче, давно-давно, я этими артефактами не пользовался вообще, я их продавал, короче, я не знаю, есть ли смысл пользоваться ими. Потому что они там что-то, короче, большую часть они там в минус уходят, там радиация, допустим, да, это, да? Так, здесь я был? Здесь я был. Радиация, там всякая херня, короче, они тебе прибавляют. Вот, Плюсов мало. Вроде как. Ну, если не прав, то напишите там, что там, как. Так, хорошо. Угу. Угу. Так, вот в этих штуках, да, много всего. Бинты. Ага. Хорошо. Ну, пошли, погнали, короче. Все, мы здесь посмотрели. Давай, бывает, чувак, скоро вернусь. Скоро вернусь. Так, надо выбрать пистолет, наверное. Угу. У меня 48 патронов. Ага, там что? Какие-то домики. Окей. Домики. Короче, здесь надо аккуратно ходить. Здесь много всяких диких мутанта-животных блуждает. Поэтому надо ходить аккуратно. Опа, аптечка. Че, вертолет? Помогите! Опа. Вертушка. Вертушка. Военные. Командир, там придурок какой-то разрушается. Шумнем? Отставить. Не хрен на мелочь боезапас дать. Ну пусть живет. Хера такие просто, да? Че шугнуть там этого, да, чувачка? Слышь ты, я тебя так шугну. Я тебя запомнил. Я тебя запомнил. Я тебя так шугну потом, что... Мама родная не узнает. Окей. Так. Мужик, помоги!
Чё-то хреново-то как? Помираю. Ты как, живой? Напомирает он, чё как живой? Пока да, кровь хлещет, аптечку дай. Ладно, держи, мне не жалко. Я вижу, ты нормальный мужик. А то. Я своим в лагере обязательно передам, что ты мне помог. Обязательно передай. Обязательно передай. Спасибо, друг, еще чуток, и я твой должник, короче. А, что вообще стряслось? Да с вылазки шли, напоролись на бандюгов, одного нашего сразу кокнули. Шустрого с собой уволокли. Он им лапши навешал, что знает схрон с кучей артефактов, а я мертвым прикинулся. Вот и обошлось. Так, мне Шустрый нужен, пойду за ним, компанию не желаю составить? Ох, друг, боится за меня сейчас, как из портянки. Вот оклемаюсь чуток, да и в лагерь почопаю. Я народу обязательно расскажу, что ты по мне помог. Спасибо еще раз. Так, ну давай тогда поправляйся. Не хворай больше. Так, есть что продать, что купить? Так, хорошо. А что у нас здесь по справкам? Общество, ага, группировка Долг. Так, явно военизированная группировка, отличающаяся строгой дисциплиной. Ее члены живут фактически по уставу. Только представители Долга не торгуют уникальным порождением зоны с внешним миром. По слухам, все найденные этими людьми артефакты сдаются ученым. Каждый долговец считает своей главной целью защитить мир от воздействия зоны. Большинство операций группировки связаны с истреблением монстров, поэтому рейды Долга нередко избавляют рядовых сталкеров от многих насущных проблем. Давно и яростно враждуют с группировкой Свобода. Угу. Здесь, по-моему, какие-то, ну, надо будет в группировки вставать, да, и что-то там, короче. Вот. Поэтому я не знаю, какие, что, там посмотрим уже, где и как, и что. Так, ладно. Угу. Хорошо, здесь пусто. Здесь пусто, оп, вот такие штучки, хорошо. Опа, 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 опа. Опа, опа, патрончики, опа. Хорошо. Так, пусто. Я что-то взял. Так, я взял пистолет с глушаком. Я думаю, такой же пистолет, короче, да, но с глушителем. Я думаю, короче, лучше использовать с глушителем. Да? Так, этот пока выбрасывать не буду, если что, его сейчас продам кому-нибудь. Так, хорошо. Все, что находим, то надо продавать, короче. Здесь надо барыжить. Так, собачки. Ну-ка. Минус собака, что ли? Ладно. Иди отседова. Шавка. Шавка. Так, хорошо. Так. А, бандитский схрон. Хорошо. Что там? Бандитский схрон. Журнал. А, личные заметки. Окей. История. Ага. А, бандитский схрон. Угу. Так, локации. Свалка. А, огромный... Техническое кладбище, сюда еще после первой аварии свезли горы радиоактивного хлама. Есть остатки старых построек, встречаются мутанты. Здесь, как и у самого периметра, много новичков, а рядом крутятся бандиты, всегда ищут кусок пожирнее, чтобы без особых хлопот. Можно найти немного артефактов, но лучше надолго не задерживаться. Есть места и поинтересней. Если идти на север, то выйдешь к дикой территории, на западе проход в темную долину. На востоке дорога к институту Агропром. Окей. Так, у нас на счету, короче, один мутант убитый. Хорошо. Так, там, по-моему, если не ошибаюсь, схроны, по-моему, да. Так, это что? Торговец. А, это Сидорович. Схроны, короче, да, отмечаются, которые вот мы находим на КПК. Так, только где? Не вижу. Не вижу ни одного пока. Ну, что-то я взял, короче. Тихо. Псина. Опа, это чё? Ты кто? Ты чё такой большой? Кабан? Окей. Хорошо, идем сюда. Тихо там, не гавкай. Так, есть чё? Жалко, на машинах здесь нельзя ездить. Так, кусок собаки непонятный. Окей. Так, и я хотел посмотреть схрон, который я взял. Он не отмечен на карте почему-то. Я же это взял. Ну, нашел. Я не вижу. Я ни хрена, короче, не вижу пока что. Ладно. Потом разберемся. Не может же быть так далеко. Это же начало только. Это ж только начало.
Поэтому не может быть так далеко. Так, ладно, окей, потом посмотрим. Потом посмотрим, потом найдем, потом что-нибудь придумаем. Окей. Так, ладно, чуваки. Это вот те, с кем мне надо встретиться. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Давай, глаголь. Привет, дружище, волк нас уже предупредил. Дополнительные вопросы какие-нибудь имеются? Да, сколько бандитов в лагере? Человек 7-8. Двое в районе ворот, так. Двое в правом здании у костра, так. Двое в здании слева, так. Там и шустро держит, так. По двору еще временами кто-то шляется. А так вроде все. Ну что, начнем помолясь. Так, нет, попробуй сам шума не поднимать. Так, давай начнем. Мужики, тут волк прислал нам погнали. И приказ атаковать. Давай, погнали. Так что вперед, геройствовать. Погнали, наши городские. Не геройствовать. Понятно, да? Не геройствовать. Так. Локомотив. Угу. Так, сторонкой обходим. Со стороны ворот там двое, он говорит. Никого не вижу. Пока тихо. Пока тихо, никого. Странно тихо. Хорошо. Минус один. Человек 7-6 осталось. Опа. Ага. Я тебя вижу. Опа, перезарядка, хорошо. Сейчас я тебя закокошу. Да умри ты. Опа, жизни-то лететь. Хорошо. Так, двоих загасил. Давай, чувак, давай, пошли. Я должен что-нибудь поинтереснее из оружия. Ага. Так, патроны, вот это я все забираю. Так, пистолеты я нафиг, у меня уже есть. Поэтому нафиг. О, хорошо. Дробовичок. Шикардос. Оп. Вот это уже поинтереснее будет. Это уже будет поинтереснее. О, опа, сверху. Да? Так, погоди, я сейчас я что-нибудь сделаю. Лоп. Пошел нахрен. Так, есть кто здесь? Слышь ты, петух. Еще сколько. Так, его надо спасти, да? Окей, посиди, пока я сейчас тут разберусь, а потом я к тебе приду. Так. Это все забираю. Оп, гранату взял. Хорошо. Так, народ, есть еще кто? Ага. А, все. Молодцы. Да, можешь уходить уже. Окей, давай иди сюда. Спасибо, брат. Да не за что. Не знаю, как и благодарить тебя. Так, вот это спасибо, брат. Вот это выручил. Даже не знаю, как и благодарить тебя. Слушай, мне нужна флешка, нужна... которую ты нес... Торговца. Она при тебе? А есть такое дело, эти олухи обыскать толком не умеют. А, ладно, забирай. Ты мне как-никак жизнь спас. Она была надежно спрятана, а эти быки даже толком и обыскивать не умеют. Так. Спасибо, а где ты ее прятал? Мало ли, может пригодиться тогда. И ниже пояса, не бойся. Я давно на торговца работаю, прятать инфу учен. Кстати, я быкам наплел про схрон с артефактами, так они одного туда отправили. Схрон там действительно имеется, только артефакт там всего один. Если хочешь, дам тебе координаты. Давай, конечно. Только не забудь, там зверья всякого много, из бандюк, который туда отправился, тоже не с совочком. Так ты будь осторожен. Спасибо, мужик. Ну тебе спасибо. Так, окей, мне нужна работа. Смотри, можно... Да нет, за что, удачи. Можно работу у него взять. Мне нужна работа, есть что на примете. Найти усовершенствованный костюм. Есть кое-что.
Пока сидел в плену, слышал, что бандиты говорили об их тайнике, где они хабар складывают. Слышал, что они куртку там клевую спрятали. И что на следующий день их тайник для себя какой-то монстр облюбовал. Да, так облюбовал, что они теперь ходить туда боятся. Принеси мне костюмчик, будь другом, а я уж с тобой рассчитаюсь. Давай. Давай, конечно. Так, мне нужна работа, окей. Пока на данный момент ничего нет, окей. Что там можно тебе продать-то? Можно что-нибудь продать так? Ну, у тебя денег не хватит. Ты бомжара, у тебя денег не хватит. Так, окей, журнал. Что у нас по журналу? Найдены КПК. Бандиты. О, бандиты. Один братан вчера ушел на разведку из заброшенной мельницы. Они... До сих пор ничего не слышно. Надо было сходить узнать, куда подевался. Так, дневник. Ой, КПК Толик. Торговец послал следить за военными на НИИ Агропром. Туда приперлись всех, постреляли бандитов и военных. Накрыли что-то интересное. Остальное передаю шифром. Абракадабра. Типа шифр. Абракадабра, типа шифр. Окей. Ух ты, нифига, тут у меня целая куча открытой раны, локации, застава. Своего рода предбанник зоны. Первое место, куда попадают новички, обживают понемногу. В погребе за деревенькой возле армейского блокпоста обитает торговец. С ним полезно потолковать. Соваться на блокпост и попадаться на глаза солдатам не резон. У них приказ стрелять без предупреждения. С другой стороны, некоторые за деньги готовы мгновенно подобреть. Особенно если рядом нет начальства. Воевать солдат очень не рекомендуется, разве только в случае прямой угрозы для жизни. Окей, запомним. Слепой пес. Угу. Вот такую собачку мы убили, да? Со времен первой катастрофы в собачьем роду сменилось уже несколько поколений. В каждом из них все более наблюдалось влияние зоны. Мутации и эволюционная адаптация привели к усилению прежде слабо выраженных собачьих способностей. Причем зачастую в ущерб привычным. Основные физиологические изменения коснулись зрения. Оно оказалось почти бесполезным. После стремительного усиления чутья, например, слепые щенки выживали в зоне не хуже, а то и лучше своих зрячих собратьев. В результате обычные собаки вскоре выродились здесь полностью, уступив место новому виду – слепым псам. Данные животные прекрасно распознают и обходят аномалии, радиацию и другие невидимые опасности, которые кишат на зоне. Как их и предки, слепые псы охотятся стаями. Встреча с большой группой этих существ означает серьезную опасность даже для хорошего вооруженного сталкера. Окей. Так, аномалии, трамплин. Одна из первых зафиксированных аномалий наносит ударные повреждения переменным гравитационным полем. На одном месте находится в среднем неделю, а в течение жизни меняя силы воздействия. Результат встречи с трамплином может быть разным. От небольших синяков и ушибов до мгновенной смерти. В дневное время достаточно легко обнаруживается по искажению воздуха над ней, окружающей листве, а также характерными пятнами на земле красного бурого цвета. Фиксируется любыми видами детекторов, а также с помощью подброшенных в нее различных предметов. Образуются три вида артефактов – медузу, каменный цветок и ночную звезду. Окей. Так, электро. Такую мы не видели. Вот это вот мы уже видели, да? Такую вот мы не видели. Аномальное образование диаметром около 10 метров, накапливающее статическое электричество. Потревоженная аномалия взрывается десятком мини-молний. Причем поражение током для любого живого существа почти всегда смертельно. Характерной особенностью электро является видимый над ней днем голубоватый туман. Ночью легко обнаруживается любыми видами детекторов или с помощью бросания металлических предметов. Образует три вида артефактов – бенгальский огонь, вспышку и лунный свет. Блин, тут столько всего запоминать надо, ну попробуем, постараемся, короче. Не знаю. Так, окей, тебе надо найти костюм, да? Так, с этим мы расправились. Давай-ка здесь еще полутаем, ну, для начала, а потом пойдем костюм. Опа, водка. Костюм искать. Окей. Дождина тут пошел, короче. Не вовремя. Так, что это канистра? Канистры нам не нужны. Ага, ага, ага. Так, ладно. Там что-то наверху было интересное. Вроде как. Так, тебя мы лутали. Тебя мы лутали. Опа. Пустая банка, блин. Пустая банка, блин. Так, там ничего. Окей, здесь что? Ага, здесь можно выложить всякое. Но пока мне выкладывать нечего. Поэтому. Поэтому оставим. Блин, я не знаю, в таких вот ящиках-то есть еще. Я знаю, в этих маленьких таких чемоданчиках там много всего бывает. А в таких вот больших ящиках я фиг знает.
Так, погоди, там какой-то схрон. Пусто. Везде все пусто, короче. Пока мало чего дают. Пока мало чего дают. Ну, я думаю, не то, что пока мало. Это из-за того, что мы играем на мастере, поэтому мало всего дают. Ну, будем стараться, короче. Опа, аптечка, хорошо. Будем стараться искать, лутать. В первую очередь, я думаю, нам надо, короче, какой-то... Какой-то норм костюм, короче. Чтобы броня была нормальная. А потом уже что-то новое думать. Надо искать, короче, торговца, у которого есть броня. Копить деньги, продавать артефакты, копить деньги. Так, там что, пёс? Окей. Так. КамАЗы, все. Чего? Подни кузов, поставь упор. Окей. Так, я не знаю, здесь, по-моему, все. Здесь, по-моему, ничего интересного больше нет. А, что там, повешенный? Нормуль. Окей, так. Окей, так. Принеси торговцу флешку. Ага, так, а это далеко? Погоди. А, ну, в принципе, недалеко. Давай сюда вот поискал. Ну, слышал. Окей. А это что? В заброшенном месте, где последний раз видели пропавшего братка. Ага. Тайник оставлен погибшим сталкером. Хм, интересно. Интересно. Так, давай сюда. Сгоняем. Сюда сгоняем, пока время есть, да? А потом вернемся сюда. Посмотрим тайники. Так. Стопэ. Стопэ. Как, блин, я запутался в управлении. Так, найти усовершенствованный костюм. Окей, все, погнали. Там какие-то собачки, короче. О, трамплин. Трамплин, угу. Он дает артефакт какой-то там, не помню, медуза там, по-моему, да, еще какой-то. Собачки. Раз. Минус собакин. Опа, какашка какая-то собаки. Я не знаю, убивать ее, не убивать. Она так скулит жалобно, блин. Опа, еще один трамплин. А, ух ты! Прикинь, собака выдержала удар в упор, короче, с ружья. Окей. Сохранимся. Так, вот в этом туннеле, да, получается? В этом туннеле у нас получается костюм. Так, иди сюда, на. А, на. Она испужалась меня, испужалась, окей. Испужалась и... Опа. Что за нахрен? Ты кто такой? Отношение враг. Ни хрена себе. Это собака улыбака. Злая собака улыбака. Или это кошка? Это мутированная кошка. Похоже на кошку, да, только большую. Ага. Принести заказчику обещанное. В принципе, смотри, я могу оставить этот костюм себе. Ну, блин, ладно, я не буду. Я думаю найти торговца. Фига такие раскаты. Я думаю найти торговца, короче, какого-нибудь и купить нормальный костюм. Да? Это потому что я не знаю. Так, что он там? Обычный слабенький бандитский бронежилет. А, бандитский бронежилет. Но в подплату вшито кольчужное полотно. Сделать такое под силу почти каждому, терпения хватит далеко не всем. Окей. А это чем за какашку взяли? Устойчивость кожи мутировавших собак к химическому и электрическому воздействию давно обратила на себя внимание ученых. Из-за отсутствия жировых отложений хвосты собак наиболее подходят для лабораторных... А, это хвост. Кироси 500 рублей стоит. Оставим. Нормально. Пятихаточка. Прикинь, хвост собаки пятихаточка. Можно просто нашибать. Это же золотая жила.
Просто тебя спросят, на чем поднялся, братка? Да, на хвостах собак. На хвостиках. Так, хорошо. А, тут чел у нас отправился в лагерь, да? Так что убьем сразу двух зайцев. Отдадим флешку и отдадим... Опа, а че мертвый? Кто здесь порешал братку? Эй, кто братку порешал? Эй, чуваки, у вас тут братку порешали, чего вы тут уселись? А, ты один? Ты один, а ты второй. Угу. Чего вы тут уселись-то? Можешь с тобой поговорить? Нет? Чем скажешь, не? Эй, да? На каком языке ты говоришь? Do you speak English? Do you speak Russia? Do you speak Germania? Хендехоп. Нет? Не идет на контакт, нифига. Окей, ладно, давай сохранимся. Вот, видос у меня подходит к концу, короче. Можно убрать... Опа, гранату. А, можно убрать, короче, оружие, сесть у костра, посидеть. Спокойненько сохраниться, да. И на этом закончить. Вот, в следующей серии, короче, пойдем обыщем тайники, которые вот недалеко. Пойдем обратно в лагерь. Отдадим флешку, отдадим костюм. Вот, посмотрим, что там еще можно взять за задание. А кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока.